Уважаемые соотечественники, Министерство здравоохранения, правительство, я, отчаявшаяся женщина, которая наблюдает, как борется за жизнь моя мама. Она сейчас лежит в тубдиспансере на 40-й станции в тизиопульмонологическом отделении на 6-м этаже. Борется за жизнь, сатурация низкая. Никто не может ее перевести в реанимацию. Говорят, нет мест, нет ИВЛ. Да что же это такое? Где? Где все были раньше? Да, ей 70 лет, но она имеет право на жизнь. Она имеет право не мучиться. Сначала ее забрали в одну больницу. Там 3 дня ждали результата на ковид. И только после этого отправили в инфекционку. И с каждым днем становилось все хуже и хуже. Мы подключали всех, кого можно, кого нельзя. Мы искали лекарства для больницы. Где все бюджетные деньги? Куда все это делать? Почему нету ИВЛ? Почему она мучается? Скажите мне, пожалуйста, почему она ждет очереди? Сказали ждать. Если не сегодня умрет, то завтра. Еще вчера сказали, возможно, она не переживет. Сегодня заведующий через несколько дней только мне ответил, что нет мест в реанимации. Что же вы творите? Примите меры. Почему она мучается? Почему она должна ждать аппарат ИВЛ?